В законодательном собрании округа состоялось совещание парламентариев регионов, расположенных в районах Крайнего Севера. Участники обсудили вопросы исполнения экологического законодательства. Сегодня в Арктике по разным подсчетам еще советских времен скопилось около 4 миллионов тонн мусора. И только для уборки одного острова Белый Ямалу понадобилось несколько лет. Общая для всех регионов проблема – утилизация отходов. На нее обратил внимание ямальский спикер Сергей Ямкин. Отходы, конечно, это та больная тема, которая, ну, на самом деле сегодня волнует все регионы, поэтому, на мой взгляд, мы ей дали, так скажем, ну, больше внимания. В итоговом документе форума отразили порядка 40 направлений. Треть предложений прозвучала от Ямала. Теперь их обобщат и направят в Госдуму. Если говорить об уборке Ямала в целом, то с моей точки зрения, то, что собрались уже представители дум, депутаты, и начали обсуждать проблему, которая на самом деле является сегодня основной и на самом деле далеко решаемой. Потому что, понимая ситуацию в округе, даже на местном уровне мы видим то, что очень много работы впереди предстоит, как и депутатам, как и просто жителям, как и общественным организациям. Я думаю, надеюсь, что вместе, сообща, мы сможем все-таки переломить ситуацию.